Здравствуйте, с вами канал Максим Мадзе. И скажу сразу, мне нравится игра «Когда все соседы». А я ненавижу эту игру. Эй, чувак, что ты делаешь в моем обзоре? Вообще-то я это ты. И правда. Впрочем, какая разница, дело-то не в этом. Игра «Когда все соседы» смешная, прикольная. Как ее вообще можно не любить? Вот именно, она смешная. Но смешная она потому, что над человеком издеваются, и над ним все смеются. Вот ты бы любил игру, скажем, про себя, если бы над тобой бы в этой игре все издевались? Не, ну если посмотреть с этой стороны, тогда, конечно, да, полный отстой. Но у этой игры есть сюжет. Ну да, это тоже не сильно-то помогает делу. Короче, ребята, мне кажется, он прав. Наверное, это последний выпуск по серии игр «Когда все соседы» и по модам. Наверное, сегодня мы будем заканчивать. Это последняя серия по выпуску модов. Мне кажется, этот чувак полностью сказал, что это за игра «Когда соседа». Действительно, приходит какой-то мак, извините за выражение, и портит человеку жизнь. Просто заходит в дом. Какая же мразь! Какая же мразь! Как можно за этого человека играть? У соседа день рождения. Как всегда, он празднует этот день с собой любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. А ну как пришла открытка или посылка с подарком. Вот бедолага. Разве так справляют дни рождения? Вуди решает ему по-соседски помочь. У человека нет друзей. Человек живет один. Ему грустно, плохо, скучно. Приходит Вуди и портит ему день рождения. Это просто невозможно. Я не понимаю, как это вообще можно. Мне не нравится играть за мразь, которая портит жизнь соседу. Во! Молодец! Правильно! Да ладно, ребята, я же прикололся! Сегодня же 1 апреля. В смысле? Эй, чувак из 1 апреля, убирайся отсюда. Ты мне тут не указ. Да пошел ты. Фух, наконец-то ушел. Короче, что у нас сегодня за мод? Первый мод называется просто «Когда соседа» мод. Его создал... я не знаю, кто его создал. Самир какой-то там, по-моему, что ли. Мне его прислали, в общем. Тут я смотрю всего 3 уровня, давайте на них посмотрим. Первые шаги, дальше больше и сделал гаду сердцу райз. Ну давайте посмотрим. Вот да, Самир. Вот, кстати, что хочу сказать, вот этот вот, когда я сам с собой разговаривал. Вот помните выпуск про Аркадия 21? Разоблачение его я рассказывал. Так вот, у него на канале когда-то... Можно спрятаться под кровать. Короче говоря, вот у него на канале он делал когда видосы, не только по вот этому лжепрохождению, когда соседа, у него и там еще кое-что было. Был один вымышленный персонаж, назывался Лени Этикедов. Лени Этикедов — это его... Это как бы такой типа брат-близнец Аркадия 21. Это как бы... Сам Аркадий же 21 его и играл. Там, я помню, в одном он ролике был, где Аркадий такой говорит: Лени, Аркадий там на другом кадре ему как бы типа он Лени говорит ему. И еще у него, у Лени была страничка ВКонтакте. Это вообще как, это как это бредятина была, честно говоря, серьезно. Лени Этикетов, блин. О, черно-белым становится, ничего себе. Дальше больше. И здесь дополнительная пакость. Прикольно. Вот я вот что для шутки сейчас сделал. Вот это, я надеюсь, вам понравится. Это для шутки, все прикольно.
Вот это дополнительная пакость, да? Вот, кстати говоря, ладно, потом расскажу, когда этот уровень закончим. Интересно, а как соседа посадить на кресло? А, никак. Эту пакость вообще не надо было делать, по сути. А тут в виде галочки уже помечается. Сделал гадость сердцу радость. А тут что-то я вообще изменений не вижу. Ну ладно, давайте пройдем, может изменения найдутся. Вот, кстати, вы, наверное, заметили, что я еще прохожу на своем канале игру Game Miner 2 называется. Game Miner 2, ну там про шахтера игра. Она набирает чуть-чуть больше просмотров, чем Red Dead Redemption 2. Может быть, кому-то интересно. Вот я скажу. Эта игра реально очень интересная. Там всякие разнообразные... Там, короче, ну игра. Что за игра? Она про шахтера. Игра про шахтера, который копает... Там блоки копает, сокровища добывает, всякие драгоценности. Отправляет их в магазин и получает деньги за них. Там помимо добывания можно также добыть какие-то артефакты под землей и доставить их в музей. Заданий там очень много разнообразных заданий. Есть задание, где надо найти какое-либо сокровище, заработать какое-то либо количество денег. Но есть абсолютно другие задания. Например, всякие там... воду откачать. Там под водой плавать даже. Ну не плавать, а просто ходить под водой, акваланг там покупать. Подпорки от грязи очищать. Короче, куча всего разнообразного. Там есть легкие задания, есть сложные, есть очень сложные. В общем, игра реально интересная. Она очень интересная, прям вообще реально. Да, этот уровень вообще не изменен. Нисколечко. Что это был за мод вообще? Это был мод, в котором слегка изменили первых два обучающих уровня. Цель создания? Понятия не имею. Ну, впрочем-то, если автор продолжит делать этот мод и будет там дальше что-то менять, то тогда, может быть, оценка потом изменится. Но пока, к сожалению, минус. Ну ладно, у нас давайте сегодня взглянем на еще один мод. Следующий мод называется Neighbors Back From Hell Remaster. Не ремастер, а ремейстер. Короче говоря, мне его прислали ВКонтакте. Сейчас посмотрим, кто мне его прислал. Мне его прислал... Кто? Федор Сергеев. Федор Сергеев. Не первый мод уже мне, кстати говоря, присылает. Менюшка выглядит так себе, неплохо. Хотя вот тут элементы некоторые за экран вылезают. За рамки экрана. Здесь какая-то хренотень видна. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Такая вот менюшка. Блин, вот. Вот то, что так вот выделяется, это, конечно, прикольно выглядит. Правда, почему все такое черное, я не понимаю. Сделал гадость сердцу радость. Тут и с консольной версии картинки есть. И из ремастера. Ну давайте посмотрим. Да, интерфейс, конечно,
на минус. Не обижайся, но автор, но так, к сожалению, и есть. Больше ничего сказать не могу. В смысле? И чё, и как? То есть, получается, вот эта дверь может открываться только в одну сторону. В итоге мы с вами оказались словно мышь в капкане. Короче говоря, я понял, если на кухню зайдем, то мы оттуда уже не выберемся. Понятно, кажется, я понял, с чего надо, как надо начинать проходить. Сначала снизу. Понятно. Какой необычный уровень, а? А тут подсказок нет? Не, нет. Описание не изменено абсолютно. У телеэкранчика. Так, выбраться тут можно только одним способом. Вниз, через кухню, я так понимаю. Люблю ночные уровни, кстати, в «Когда спят соседи». Но все забывают про вот это вот окно, которое дневное все время.
А, нет, выйти, кстати, можно. Но... нужды нет. Сюрприз ко дню рождения. Интерфейс, конечно, такой себе. Здесь-то понятно, тут время у нас подсчитывается. Здесь нервный срыв, здесь пакости. Нет, вот здесь пакости, тут нервный срыв. Тут проценты, а вот это для чего? Что это за кодовый замок, зачем он нужен? Ну, вы как бы понимаете, что это мини-игра из ремастера. Ну, что она тут делает? А, нужно успеть спрятаться в шкаф. Хорошо. Ой, господи. Пирог. Теперь надо придумать. Так, в зал заходить нельзя, понятно. Yeah.
Что-то я не понял, это пакость с пеной для бритья нету, что ли? Так, зависло. Я надеюсь, я смогу сейчас вылезти отсюда. Так, как бы отсюда выбраться? Короче говоря, игра вылетела. Игра просто взяла и вылетела. Не знаю почему. Понятия не имею почему. Серьезно, понятия не имею почему. Ладно, в общем, как бы нам оценить этот мод? Мод он такой себе, конечно, такой себе. Но в принципе у него есть концепция. Концепция вот этих вот закрытых дверей. Поэтому плюс и минус поставим этому моду. Жаль, что он вылетел в не очень подходящий момент. Ну ладно, на этом мы с вами закончим. Рубрика «Моды на игру, когда соседа» всегда будет продолжаться. Вы не волнуйтесь насчет этого. Это была шутка в начале видео. Ну что ж, на этом все. С вас Айгос подписался, а с меня эпичные видосы. Если вы тоже делаете моды на игру, когда соседа, и хотите показать их, то присылайте их мне в группу ВКонтакте в обсуждении. Мне там удобнее всего их посмотреть. Можете прислать также в... Куда еще можете прислать? Мне в личку ВКонтакте. Или... Ой, извините. Или в комментариях под видео. Всем пока.